задать вопрос. Да. Вот чем вам так близок Достоевский? Я не знаю, я просто с детства росла, просто это включено уже в мое сознание, в мою, как сказать, в мой код, как сейчас принято говорить, да и все. А какая мысль Достоевского вам наиболее близка? Потому что я не знаю, а вы кто? Что я вы Достоевский. А-а-а. Ну да какая главная мысль Достоевского? Смысл такая, знаете, даже не мысль, а вот из всех идей, которые он говорит. Там все идеи, все сейчас они расходятся, понятно, все эти бесы и прочее. Мне близко сейчас размышление, даже не мысль, о том, ну, это у братьев Карамазовых там, в размышлениях о том, как царство прекрасное будущего и прочее. Гармония вселенская. Да, и когда сказал Иван, что, понимаете, можно, будет прекрасное будущее. Все будут жить хорошо, все будут любить друг друга. А для этого надо просто одного вот такого букашку ребенка, да этого больного, умерть, замучить. Понимаете? И он сказал, люди это сделают. Вот что самое ужасное, я сказала ответ. А он сказал, а я этого царствия не приму. Люди разделятся на тех, кто примет это царствие и нет. Но, к сожалению, жизненный опыт показывает, что очень многие примут. И это ужасная мысль. Вы пришли на День Достоевского, да? Вы волонтер, наверное, нет? Нет, я просто зритель. А что вам так нравится в этом празднике? Ну, потому что это один из моих самых любимых писателей. И что вам так нравится в Достоевском? За что вы его любите? За Достоевском, за что? За его книги, за... Ну, а именно за что? За психологизм, за то, как он изображает 19 век, потому что это, в принципе, на мой взгляд, один из самых интересных исторических периодов в России. Мне безумно нравится, как он берет реальные сюжеты и как изменяет, его, изменяет их в своих произведениях. А какая мысль Достоевского вот вам наиболее дорога, близка? Какая мысль? Например, невозможность насилия. Он сам говорил, что если мир можно построить, точнее, что мир нельзя построить, если потребуется как слезы ребенка. Вот. То есть не нельзя точно построить, да, гармонию вселенной, да, если понадобится насилие. Хотя бы одна, вот, на одной слезинке ребенка. Да. Вы уверены в этом? Ну, что это так и есть? Мир показывает немножко другую картину. Ну, но и вот именно. Немножко идеализм и вера во что-то хорошее тоже. Да, идеализм. Вот мы пришли на праздник, да, День Достоевского. Вы любите Достоевского? Я не могу сказать, что я его люблю. Он мне все детство отравил. Да, и как же, чем? Тем, что когда мы читали, это особенно это же было летом всегда. Это было выше человеческих сил. Особенно, преступление и наказание? Да, преступление и наказание. Это было до сих пор вспоминаешь. И после этого уже отравлено. Не читали? Нет, почему? Конечно, читали и любили. Но это так. И главное, что это и сейчас. Вы считаете, что это преступление и наказание, что рано изучать в школе? Нет, не рано. Это просто совершенно другое восприятие. Ну, такой мрак, и так это все давило. И было так грустно, что вот я сейчас стою, как раз вспоминаю, думаю, господи, у меня же было все лето отравлено этим Достоевским. Потому что... Ну, а какая мысль отравила ваше сознание настолько сильно? Настолько люди беспомощные, настолько всегда чего-то ждешь, какой-то помощи, а этого ждать не нужно. И маленький человек, и большой человек, и все равно ты человек. Сложно остаться, наверное, человеком в этой жизни.
Вот вы пришли на День Достоевского. Вы любите Достоевского? Да. У нас практика пленэрная. А вот за что вы любите Достоевского? Ну, за его произведения. Ну, какие именно? Вот? Преступление, наказание. А что вам больше всего там нравится? Ну, мне нравится, так как он раскрыл образ Раскольникова, показал, какой это человек. Ну, то есть, так как он раскрывал образы. А вам любимый образ преступления и наказания? Питер, о том, как он честно его показал. А Солнечко вам не нравится? Солнечко вам не нравится? Не знаю, как бы, ее жалко. Отражающее или право имеющие. Ну и, конечно же, самого Федора Михайловича Достоевского, виновника сегодняшнего торжества. Вот вы пришли на День Достоевского. Вам нравится Достоевский? Да. А чем? Нравится за его глубину и произведение, которое он написал. Ну, какое произведение вам больше всего нравится? Мой любимый брат Карамазов. А что именно там? Какая идея вас так покорила? Ну, там мысли, которые приходят в память, это слова Мити Карамазова. Когда он говорит, что каждый день тьма борется со светом, а поле боя – это человеческие души. Сердца людей. Сердца людей, да. И я считаю, это… Здесь дьявол Богом да, борется, это поле очень, битвы – сердца людей. Это очень глубоко, и я поддерживаю это умонастроение Федора Михайловича. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа! Счастлив лицезреть вас сегодня на этом замечательном празднике, посвященном мне, Федору Михайловичу Достоевскому, величайшему русскому писателю. Пусть этот праздник пройдет по городу волной любви не только к моим произведениям, но и ко всей мировой литературе. Читайте, господа, больше читайте. И не просто читайте, а познавайте, размышляйте, воображайте. Пусть литература помогает стать вам истинными творцами своей жизни и всего, что вокруг нас и от нас зависит. Не забывайте, что истинное творчество всегда направлено на мир и созидание. Именно поэтому тема сегодня, 10-го юбилейного дня Достоевского, всемирное братство. Я говорю лишь о братской любви и о том, что к всемирному, всечеловеческому братскому единению сердце русское может быть из всех народов наиболее предназначено. Внимайте и понимайте. Днем за сим разрешите откланяться. До новых литературных встреч! Ура! Я больше не буду перестрелять.
пришли на праздник День Достоевского. Вы любите Достоевского? Вы знаете, я мало очень знаю Достоевского. Вот полгода назад прочитал «Преступление и наказание». Вот, и достаточно меня задело само произведение. А что именно вас задело? Вот вы знаете, у меня моя знакомая тетушка, она живет на квартиру ниже, в том доме, где происходило действие. Действие вот. Чего? Жила старуха процентщица или что? Где жил Раскольников. Где жил Раскольников. Угу. Вот, собственно, пришел. Знаю этот дом. Да. Вот на Сенной, здесь недалеко совершенно. Вот. Что я могу сказать? У меня... Какая идея вас задела в этом романе? Вы знаете, меня задел сам образ Раскольникова. Uh-huh. Вот. Достаточно депрессивный получился. Ну, не знаю, осадок депрессивный достаточно, но заинтересовала сама философия человека. Тварь дрожащая или право имеющий? Да, именно это. Что еще могу сказать? Ну, а как вы себя ощущаете? В каком качестве? Себя? Да. Вы знаете, я очень уверенно себя ощущаю. Ну, считай, право имеешь? Право имею, да. У меня твердая позиция, даже больше. Даже нету такого колебания. Вот, именно. Потому что время другое совершенно. То есть эта философия сегодня актуальна, да? Я считаю, в каком-то плане, да. То есть не полностью, но актуально. Сейчас более уверенная позиция, мне кажется. Тогда это еще требовало какой-то мысли, раздумья какого-то. А сейчас это уже вот именно право имею и все. А вы знаете, что в доме, у которого мы стоим, раньше находился публичный дом? Нет, не знал. Вот здесь прямо. О, здорово. Не знал. Теперь здесь пекарня. Замечательно. Прямо напротив дома Достоевского. Да. Вот мы пришли на День Достоевского сегодня, на праздник. Чем вам нравится Достоевский? Произведениями своими. Ну, какое произведение вам больше всего нравится? «Преступление и наказание». А что именно? Какая идея, мысль или что вот в этом произведении так нравится? Да не то, что идея. Мне просто само по себе нравится произведение. Ну, какая-то мысль Достоевского вот запала вам в душу, так чтобы... Нет, ну просто я же не разделяю вот эти взгляды, в общем-то. Какие? Его героя. Просто... Ну, вот эту его идею... Право имеющий? Да. То, что можно пожертвовать одной, в общем-то, старухой ради счастья всего человечества. А сегодня, как вы считаете, это актуальная тема? Can I question? Okay. About Fyodor Dostoevsky. Yeah. Why do you like Fyodor Dostoevsky? I read all his books in English. The Idiot, The Double, Crime and Punishment. Can I question? Question? About Dostoevsky. Yes. Why do you like Dostoevsky? It's wonderful. We like Dostoevsky. We didn't know this was Dostoevsky Day. It just happened. We wanted to go to the museum, but we can't get into the museum. But this is better. Thank you. Why do you like it? It's so wonderful to have a day of Dostoevsky. He's the best writer ever. And it's so exciting to be here on the day because we're from California. Okay. He's a fabulous writer. Where are you from? USA, San Francisco. Thank you. Мы пришли на День Достоевского, праздник в Петербурге. Уже 10-й раз проходит. Скажите, а вот чем вам близок Достоевский? Сказать, что близок, не могу. Ну, чем нравится? Знаете, чтение затягивает его. Но я не скажу, что это приятное занятие.
просто глубокое чтение. Требующего труда, души, да, ума. Я согласен, да. А какая мысль Достоевского вот вам показалась наиболее интересной? Ой, я сейчас не готов отвечать на эти темы, честно говоря. А сейчас вообще такие книги пишут вообще? Нет. Не для одноразового чтения? Нет, я таких не встречал. Вот мы пришли на праздник, да, очередной, уже 10-й день Достоевского. Вот вы любите Достоевского? В принципе, да. А за что? За что? За правдивость. За правдивость. Очень люблю, да. А какая иногда вот мысль читать Достоевского вам вот кажется наиболее правдивой, наиболее интересной? Надо подумать. А? Надо подумать. Ну что всплывает в памяти сразу? Мне город сразу всплывает. Вот именно те улицы, вот это все всплывает. Понимаете? То, что близко мне, потому что я жила в этом районе, поэтому мне очень близко это все. По этим улицам ходил Достоевский, хожу я. По дворам прошла, вот, смотрела. Петербурга? А как вы относитесь к Федору Михайловичу Достоевскому? Вы знаете, я им одно время отравился. Просто отравился. А чем именно? Какими именно произведениями? Я уж не помню. И «Преступление и наказание», это в первую очередь я прочитал. Ну, не знаю. Не знаю. Потом перечитывал. Не знаю. Да, он, конечно, мастер. Слов нет. Но не мое. Но чем именно? Почему вы отравились? Вы думали над этим? Думал, да. Слишком, как бы это выразиться, слишком все по полочкам раскладывал. Именно по полочкам. Вот вы петербуржец, да? Коренной? Ну да, коренной. И как вы относитесь к Достоевскому? А? К Достоевскому как относитесь? Положительно. Ну а что вам в нем нравится? Ну, гигантский психолог. Психолог. Знает нутро человеческое. И гуманист великий. А какая идея Достоевского вот вам наиболее близка в сердце? Красота покорит мир. Мир спасет красота. Да. А вы уверены, что это действительно так, что а мир может, спасет? Да, может, это и не так, но в это вот надо верить. Достоевский величайший писатель, он недооценен. Я думаю, что каждый человек рано или поздно в своей жизни должен прийти к моменту, когда он будет читать и будет очень много задумываться над тем, что написал Достоевский. Его просто читать достаточно трудно. Потому что волей-неволей начинаешь задавать вопросы к себе. Мне кажется, в этом самая трудность. И люди, которые находят в себе смелость задавать себе те вопросы, которые Достоевский в своих произведениях задавал, те, наверное, действительно видят вот ту разницу Достоевского относительно других всех наших действительно великих русских писателей. Но для меня Достоевский отличает от всех остальных именно этим, что он заставляет человека работать над собой, задавать себе все те вопросы, его морального облика и то, как он живет, вот, именно самостоятельно. В этом он велик.
больше не буду грешить. Вот мы пришли на День Достоевского, который в Петербурге уже 10-й раз празднуется. А чем вам близок Федор Михайлович? Он близок прежде всем тем, что он очень похож на нас. Он по духу, по своему мировоззрению, по ощущениям, может быть, даже по своему легкому, в кавычках, бешенству, но бешенству доброму, которое несет, как ни странно, через сложные его произведения, которые надо читаться, и прежде всего, наверное, его надо перечитывать, потому что каждый раз открываешь что-то новое, это раз, а во-вторых, открываешь самого себя. Вот чем он дорог Достоевский, то, что через него я узнаю себя. Наверное, с первого раза вообще понять его произведение очень сложно. С первого очень сложно, но надо, видимо, как школьников заставлять читать себя по одной странице, хотя бы ежедневно. А уже потом, когда войдешь в его душу и поймешь, тогда захватывает и уже возвращаешься. Но, наверное, скорее всего, все-таки происходит с возрастом, потому что я как помню себя в 20-летнем, в 30-летнем возрасте, было сложно понять. Ну, не для школьного чтения, да? Честно говоря, рановато еще. Рановато, потому что человек должен пройти какие-то испытания, созреть и, самое главное, наверное, научиться читать то, что мы не умеем. А какая мысль Достоевского вам наиболее близка в сердце, что называется? Наверное, скорее всего, что человек – это самое дорогое существо, которое надо беречь и которого надо воспитывать, чтобы он научился беречь других. А как вам кажется, вот если бы Федор Михайлович, ну, так представить себе вдруг ожил сегодня, посмотрел на этот мир, вот о чем бы написал сегодня роман? Я думаю, что, скорее всего, он бы, я бы даже повторил, изменив имена героев, потому что ничего не изменилось со времен Достоевского. Ну, я надеюсь, что все-таки раз люди пришли сюда, я вижу, тут детей много, то, может быть, они со временем тоже будут что-то понимать. Ну, вот такое мое мнение. Спасибо большое.